представлюсь, меня зовут Олеся. Когда я взяла ипотеку, я поняла, что я мало зарабатываю. Я перестала путешествовать. Даже самостоятельно невозможно было сюда выехать. Я думаю, если получить ипотеку, они меня понимают. Тогда стал вопрос. Первый. Где я смогу заработать первый миллион, чтобы закрыть хотя бы половину ипотеки? Я поняла, что в данное время это только продвижение сайта. Я сменила ресторанный бизнес и занялась продвижением сайта. Так я открыла свое агентство. Сеть, которая раньше работала, сделали мировой. Я научила своих бывших коллег заниматься продвижением сайтов так, как занимаемся и мы. Теперь мы планируем переехать и взять ипотеку в Америку. Кто-то хочет с нами, пожалуйста. Пожалуйста. Мы полчаса, полтемы мы придумали вместе, а потом я сидела, мне было некогда придумать, я очень слушала вас всех. 50 секунд было. Я думаю, что это за бизнес медиа стоит. Все. Все, да? Все. Нет, мы сначала думали, что